Новые предприятия – это и дополнительные налоговые сборы, и новые рабочие места, поэтому инвестиционные проекты на территории Щелковского района очень важны для развития муниципалитета. Именно с теми, кто готов начать работать на благо Щелкова и других поселений района, встретилось руководство администрации в ходе еженедельного инвестиционного часа. Алгоритм простой – бизнесмены предлагают свои проекты, а власти решают, чем могут помочь предпринимателям. Например, ЗАО «СК «Рельеф» собирается построить недалеко от деревни Аксиньино новое предприятие. Проект носит название «Индустриальный парк». В новых цехах должны будут открыться сразу несколько производств. Алексей Валов инициативу поддержал и дал поручение оказать бизнесменам содействие. Это предпочтительный проект. Я прошу подготовить дорожную карту по мероприятиям и срокам внедрения этого проекта. Поддержки этого проекта и регулирования в плане преодоления всех административных ступеней. Еще один интересный проект предлагает предприниматель Сергей Козырев. В южной промзоне Щелково он собирается открыть специальное предприятие, которое будет заниматься сертификацией и производством противоонкологических лекарств-дженериков, которые ранее можно было приобрести только за рубежом. Если инициатива будет воплощена в жизнь, то завод станет первым в России предприятием по сертификации и производству более дешевых аналогов зарубежных препаратов, используемых в лечении онкологических заболеваний. В России нет лабораторий, которые даже подтверждают качество входных онкопрепаратов. Без этого, соответственно, сертификат. Я хочу здесь многофункционально сделать. У нас будет лаборатория российская. Значит, этот завод, вообще, я планирую, он будет обслуживать у нас Россию, СНГ. Ну, про мир подумай, но вообще планировалось по производству, мы перекроем Россию, СНГ. Алексей Валов поручил создать рабочую группу и оказать бизнесмену содействие в продвижении его инициативы. Также руководитель районной администрации напомнил, что предложить свой проект и попросить помощи у властей может каждый, кто готов работать на благо муниципалитета. Администрация обязательно рассмотрит все заявки, и если проект будет сочтен полезным, поможет предпринимателям воплотить его в жизнь. Мария Смирнова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».